Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главные темы сегодня: в России день героев, родина помнит, родина знает, но не всех и не всегда. Остановить завод. Рязанская природоохранная прокуратура возбудила 4 административных производства в отношении нефтеперерабатывающей компании. Наливай да пей. В рязанских ночных клубах запросто продают алкоголь несовершеннолетним. А теперь обо всем подробнее. Сегодня Россия отмечает День Героев. Он берет отсчет с 18 века, времен правления матушки императрицы Екатерины Великой, которая учредила орден Святого Георгия Победоносца. Награждались им воины, проявившие особую отвагу в сражениях за родину. Ни один чиновник за свои усердия геройский орден на сытое пусто не получил. Единственное, удостоила им себя Екатерина. Но было то в честь учреждения награды. Да и по правде говоря, кто откажет в заслугах перед Россией этой великой женщине? Наших рязанских кавалеров ордена Святого Георгия было немало. Стояли они за веру царя и отечества храбро, не щадя живота своего. Да только памяти о храбрецах сохранилось мало. Такова эпоха, таковы мы. Да и если что захотим сделать, то часто получается совсем по-черномырдински, то есть как всегда. Недавно мы снимали репортаж про открытый на территории Рязанского Кремля памятник героям войны 12-го года. Хороший, красивый монумент, возвращение памяти, дань храбрецам. Но разве хотели бы они видеть свой памятный надгробный камень в окружении мусора, развалин и грязных стен? Георгий в советское время трансформировался в золотую звезду героя. 324 рязанских уроженца стали золотыми кавалерами Великой Отечественной. Еще 61 человек стал полным кавалером орденов славы, что приравнивается к звезде героя. У нас больше высших наград, чем в каких-либо других регионах Союза. Наша область дала стране героев Советского Союза больше, чем весь Кавказский регион. А совсем недавно прямо за монументом на площади Победы в киоске торговали вреднейшей среднеазиатской жевательной смесью табака, извести и птичьего помета на сваем. Выводы о сохранении памяти героев напрашиваются самые горькие. Так что беречь надо память. Беречь, как раньше умели, свято, нелицемерно. А смелых и преданных родине людей у нас по-прежнему немало. Только вот родина официально чиновничья, конечно, а не великая Россия, отеческая земля. Так часто поворачивается к ним не как в сказке, к лесу задом, к богатырю передом, а совсем наоборот. Вопиющий и недавний случай, как на героя России начальник Рязанского десантного училища матерно орал впоследствии страшно оскандалившийся в коррупционной мути министр обороны, чего стоит. Звезды героев просто так не дают. Вот в Афганистане у нас большинство было ребят, которые погибли, которые совершали подвиг, и за это их награждали звездой героя. То есть либо солдат закрыл грудью командира, либо остался в окружении, подорвался граната. Потому что вот герои – это на самом деле для меня это великий человек. Человек, который большой дух. В недавнем интервью «Вечерней Москве» столичный мэр Сергей Собянин выразил надежду, что Москва никогда не станет похожей на мировые столицы. Речь шла о засилье приезжих. Собянин напомнил репортерам о ликвидации десятков неорганизованных рынков, значительном уменьшении количества нестационарных торговых точек и легализации 30 тысяч таксистов, две трети из которых граждане других государств. Интересно, что в грядущем году Собянин пообещал добиться сокращения числа мигрантов, занятых в системе ЖКХ, на треть. Почему это интересно нам? Да потому что столичные тенденции перетекают в регионы, а мы от Москвы совсем недалече. Да и не столько в приезжих дело, а в том, что нелегальная миграция, которая дает колоссальные барыши коррупционерам, преступникам и полутеневым бизнесменам, по-прежнему процветает и нет ей укорота. А те, кто работает законно, живет спокойно и традиции российские уважает, как правило, не вызывает раздражения у местного населения. Минувшая неделя в Рязани завершилась 11-м областным фестивалем национальных культур «Мы – народ России». На базе Дома общественных организаций действует Центр национальности, главная цель работы которого – укрепление межнациональных связей в регионе, развитие патриотизма и воспитание у молодежи духа уважения к традициям и культуре многочисленных народов России. Как отметили ведущие, в мероприятиях Дома общественных организаций активное участие принимают руководители региональных органов власти. Фестиваль «Мы – народ России» – не исключение. В нашем государстве живут десятки народностей, десятки национальностей. И каждый из нас вносит свой вклад в развитие нашей единой страны, в развитие ее культуры, экономики, общественных отношений. И
мы должны сказать и себе, и вам всем огромное спасибо за это. И уверен, что и дальше мы будем двигаться в этом же направлении. В праздничном концерте приняли участие артисты из общины, исполнившие свои национальные песни и танцы. После каждого выступления проходили торжественные награждения руководителей общественных организаций, представителей различных национальностей, внесших вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. Сегодня старший помощник Рязанского природоохранного прокурора Ирина Артюшатская в интервью нашей программе подтвердила, что в ходе официальной проверки ведомством установлено, источником отвратительных и сильных ароматов в Дашково-Песочне и Турлатово является Рязанская нефтеперерабатывающая компания. О чем, добавим, люди-то говорят давно и настойчиво, а мы регулярно даем в эфир репортажи. Было принято решение, что необходимо проверить именно нефтеперерабатывающий завод. При этом была изучена разрешительная документация предприятия, которое расположено в Южном промузле. Было установлено, что именно даже в норме именно это предприятие вносит наибольший вклад в состояние загрязнения по сероводороду из тех предприятий, которые там расположены. Добавим, что по итогам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено 4 административных производства. Санкции могут последовать самые суровые вплоть до приостановления деятельности предприятия. Завтра мы планируем еще один, так сказать, народный выезд в многострадальную Песочню с тем, чтобы узнать мнение жителей по поводу воздушных приветов от нефтяного гиганта. Рязанские полицейские на днях наведались в ночной клуб на улице Вознесенской, куда, по сведениям местных жителей, зачастили несовершеннолетние. В этом подвальчике правоохранители действительно отыскали подростка, который уже преспокойно приобрел горячительное. «Как же к вам попал несовершеннолетний?» – поинтересовалась полиция у администрации заведений. «Да вот был ответ. Есть у нас фейс-контроль. Но не сработал. От себя подивимся. Это как же должен выглядеть подросток, чтобы его бдительный и честный профессиональный фейс-контролер запросто в ночной клуб пропустил? Как говорится, бедный мальчик». Не только юношу с хорошим градусом в бокале нашли полицейские. У них вызвали подозрения акцизные марки на бутылках в баре. Какие-то они были не настоящие. На всякий случай для проведения экспертизы правоохранители изъяли почти 500 литров спиртного. Теперь о двух декабрьских разницах. Итак, в 1955 году в Москве зафиксирована самая низкая температура воздуха – минус 31 с утра. Это 9 декабря. А в 2006 этот день был необычно теплым – плюс 6. Наверное, всем уже понятно, что речь сейчас пойдет о погоде на ближайшие дни. Можно сказать, что зима наконец заняла уверенную позицию в Рязани и области. Конечно, нас еще ожидают оттепели, но морозных деньков с метелями и снегопадами, несомненно, будет больше. В начале недели мы будем находиться в тыловой части циклона. В Рязани существенных осадков не ожидается, а по области пройдет небольшой снег лишь местами. А вот температура воздуха начнет понижаться. К среде она уже достигнет отметки минус 10-15 градусов в ночные часы. А днем температура воздуха будет в пределах 50 градусов со знаком минус. 12 декабря в четверг ожидаются осадки в виде снега, местами метель. Температура воздуха в ночные часы составит минус 7-12 градусов, днем в пределах 2-7. В пятницу 13-го прорвется атлантический теплый воздух. В дневные часы велика вероятность оттепелей до минус 3-плюс 2 градусов. И также временами пройдут осадки уже смешанного типа. А вот в субботу снова ожидается похолодание, пройдут осадки уже в виде снега, а температура воздуха в течение всех суток будет в пределах 3-8 градусов со знаком минус. Лишь бы стихия не накрыла. К этому наши городские службы вряд ли будут готовы. А так, погода что надо, все на лыжи. На сегодня все. По старинной мудрости получается, что понедельник – это присказка, а уж последующие дни точно должны быть сказкой. Ну, возможно, возможно. Поживем – увидим. Во всяком случае, хорошей всем трудовой недели. Увидимся завтра в программе «Время говорить».